В Одинцовском городском округе проведен профилактический рейд «Детское кресло». В ходе мероприятия сотрудники госавтоинспекции обращали внимание, как родители-водители соблюдают правила перевозки детей в автомобиле, а именно наличие в салонах автомобилей юных пассажиров, перевозимых без применения специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. Автоинспекторы проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения, а безответственных родителей привлекали к административной ответственности, разъясняя эффективность применения автокресел и ремней безопасности.